Кузнецов и несколько парней покинули команду в дедлайн. Что скажешь? Для меня тяжело наблюдать за всем этим. Кузя был большой частью команды, отличным другом. Это печальный день. Но, может быть, это возможность для него начать все с чистого листа в другом месте? Я надеюсь на это. Я надеюсь, что у него будет новый старт, и ему будет лучше. Вы разговаривали с ним? Нет, я просто позвонил ему и пожелал удачи. Теперь, после окончания дедлайна, вашу команду уже ничего не должно отвлекать для дальнейшей борьбы. Конечно, мы будем продолжать борьбу за попадание в плей-офф. Сейчас мы стараемся сделать все возможное, чтобы лучше подготовиться к следующей игре. Очевидно, что заключать сделки — это не наша работа, а генерального менеджера и офиса команды. Но, как я говорил, вчерашний день стал довольно тяжелым для команды, особенно для меня. До окончания регулярного сезона осталась 21 игра. Каковы ваши шансы пройти дальше? Мы сыграли отличную игру против Питтсбурга. Если мы хотим попасть в плей-офф, нам нужно играть так же. Я знаю, что это будет трудно, но все ребята готовы, и нам ничего не остается, кроме как выходить и выигрывать остальные игры. Это хорошо, что сейчас в команде молодые игроки. Прежде всего, это хорошо для них. Они получают время на льду, приобретают опыт. Это хорошо для их будущего. Вы выглядели очень радостным, когда Мирошниченко забил свой первый гол. Он отличный парень. У него будет великое будущее, учитывая, через что ему пришлось пройти. Увидеть его играющим в НХЛ и забивающим свою первую шайбу было особенным моментом. Я был рад за него, за его семью. Меньше чем 6 лет назад вы выиграли Кубок Стэнли, а теперь мы видим только 5 человек из той команды. Это печально, но мы понимаем, что это бизнес. Наша задача как игроков — выходить на лед и показывать лучшую игру, а работа генерального менеджера — делать то, что у них получается лучше всего. Вы надеялись, что вам добавят новых игроков? Я каждый год надеюсь на это. Я надеюсь, что каждый год мы будем выходить в плей-офф. Но, как я уже сказал, наша задача — это подготовиться к следующей игре и посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, в следующем сезоне мы станем лучше. Драфт-пики, которые вы получили, вероятно, помогут вам летом выбрать хороших игроков. Вероятно. Но я не генеральный менеджер. Я уверен, он знает, что делать. В следующем году он, возможно, подпишет кого-нибудь из опытных ребят. Посмотрим. Надеюсь, я не буду менеджером.